يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدم الذي للحق صار معلما للحق صار معلما ذاك الذي رب العلا Кончина пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, каждые последние 10 дней месяца Рамадан совершал итикяф в мечети. И только в 10-м году по хиджре он провел в мечети 20 дней. Также раз в году к пророку, мир ему и благословение, приходил Джибриль и обучал его Корану. И только в 10-м году по хиджре он приходил к нему 2 раза. Почему же это было именно так? Пророк, да благословит его Аллаха, приветствует, в 10-м году по хиджре совершил хадж. На проповедях в том хаджа он говорил: «О люди, совершайте обряды хаджа так, как делал это я. Возможно, я не встречу вас после этого года». Словно он намекал людям на что-то. И в этот год Аллах ниспослал аят о том, что он довел до совершенства религию. В последние дни хаджа Господь ниспослал. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Когда Аллах даст помощь и победу, когда Он свою милость доведет до конца. سبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, словно почувствовал свою скорую кончину. И Аллах этим аятом и этой сурой словно оповещал посланника своего об этом. Пророк вернулся с хаджа. Наступил 11-й год по хиджре. Тогда стало проявляться много признаков, предвестников прощания. Посланник Аллаха направился на кладбище, где были похоронены мусульмане, павшие на битве при Ухуде. Там он совершил молитву и возвал к Аллаху за них. Через несколько дней после этого ночью пророк направился на кладбище Аль-Бакы вместе с Абу Мувейхиба. Он возвал к Аллаху за умерших мусульман и просил за них прощения, а после обратился к Абу Мувейхибе. «О Абу Мувейхиба, мне были даны ключи сокровищниц земли и вечное пребывание на ней. И дан был мне выбор между этим и между встречей с Господом моим. Ты мне дорог, как отец и мать, о посланник Аллаха», — воскликнул Абу Мувейхиба. «Выбери вечное пребывание на земле». На что посланник Аллаха, да благословит его Аллаха, приветствует, сказал: «Нет, о Абу Мувейхиба, я выбрал встречу с Господом моим». Через некоторое время стали появляться предвестники его скорой кончины. В конце месяца Сафар, пророк, направился на погребальную молитву на кладбище Аль-Бакы. Во время молитвы он почувствовал усталость, усилилась головная боль и поднялась температура. Вернувшись домой, посланник Аллаха увидел, что Аиша говорит: «Голова, о голова, о посланник Аллаха». У нее была головная боль. Посланник Аллаха, да благословит его Аллаха, приветствует, промолвил: «Да нет, это моя голова, о Аиша». Болезнь посланника Аллаха, да благословит его Аллаха, приветствует, постепенно стала усиливаться. Болезнь посланника Аллаха, мир ему и благословение, усилилась. Несмотря на сильную боль, пророк каждую ночь ночевал у следующей жены.
Такова жизнь. Иногда приходят радости, а иногда и невзгоды. Однако для верующего во всем есть благо. Каждую ночь посланник Аллаха спрашивал своих жен: «Где я буду завтра? Где я буду завтра?» Его жены поняли, что он хотел бы ночевать у одной из жен. Он не просил их об этом, однако жены поняли, чего он хочет. В те дни он пожелал находиться в доме Аиши, да будет доволен ею Аллах, у спутницы его жизни. И все жены позволили сделать ему это. Тогда позвали родственников пророка, Фадля ибн Аббаса и Али ибн Аби Талиба, чтобы те перенесли пророка, да благословит его Аллах, и приветствует в дом Аиши. Голова пророка была обвязана повязкой, и он с трудом отрывал ноги от земли. Самое любимое творение Аллаха и наиболее благородное из его творений в дом Аиши из-за сильной боли несли на руках. Пророка привели в дом Аиши. Это было последним пристанищем пророка. Затем он лег. Любимая жена все эти дни не отходила от посланника Аллаха. Она ухаживала за ним, да благословит его Аллах и приветствует, и читала ему Коран. Она призывала Аллаха, читала Коран, дула на его руки и проводила ими по телу пророка, мир ему и благословение. «Да станут мои мать и отец выкупом за него». صلى الله عليه وآله وسلم Болезнь посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, все усиливалось. Сподвижников охватила печаль. Пророк пожелал обратиться с наставлением к подвижникам, а температура и боли все усиливались. Таковы пророки, их болезни самые тяжелые. Тогда посланник Аллаха повелел вылить на него воду из бурдюков. Вылили первый, второй, седьмой, пока он не сказал: «Довольно, довольно». Затем посланника Аллаха, мир ему и благословение, подняли и помогли сесть на минбар в мечети. На его плечах был плащ, а голова его была обвязана повязкой. Несмотря на боли, пророку необходимо было в последний раз обратиться к своим сподвижникам. В мечети пророка собрались люди. Их охватила печаль и беспокойство. Пророк же наставлял их и напомнил им об Аллахе. Среди сказанного им были следующие слова: «Да поразит Аллах иудеев и христиан, которые взяли могилы своих пророков местами поклонения. Не превращайте мою могилу в идола для поклонения». Он предостерегал сподвижников от поклонения на могилах. Он сказал: «Не делайте мою могилу местом праздников». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, заповедал людям придерживаться единобожия и запретил им многобожие. Он заповедовал им это в состоянии сильнейшей боли. Затем он сказал: «О люди, тому, кого я ударил по спине, я подставлю свою спину, и пусть он сделает то же самое. И тому, чью честь я задел, я представляю возможность сделать со мной то же самое. Того же, чье имущество я взял, то это мое имущество, и пусть он возьмет принадлежащее ему». Он обращался к сподвижникам. Затем он заповедал людям хорошо относиться к ансарам. «Воистину, других людей будет становиться больше, а их меньше», — говорил пророк. «Принимайте их благие дела и прощайте дурные». Пророку тяжело было говорить, но он продолжал наставлять сподвижников. Затем он сказал им: «Воистину, рабу Аллаха было предоставлено выбрать между любыми благами этого мира и между тем, что у него, и раб выбрал то, что у Аллаха». Услышав это, один из мужчин заплакал. Люди посмотрели, кто же это? Это был Абу Бакр. Он понял, о чем говорит посланник Аллаха. Под словом «раб» он имел в виду себя. Абу Бакр сказал: «Да станут наши отцы и матери выкупом за тебя, о посланник Аллаха». Сподвижники не понимали, почему Абу Бакр говорит эти слова. Пророк же сказал: «Если бы мне пришлось выбирать себе ближайшего друга, Халиля,
то я выбрал бы Абу Бакра. Однако ваш друг Халиль Милосердного. Пророк также сказал: «Абу Бакр всегда был для меня другом, и все свое богатство он истратил на мои нужды». Посланник Аллаха велел закрыть все двери, ведущие в мечеть, кроме двери Абу Бакра. Затем посланника Аллаха, да благословит его Аллаха приветствует, перенесли в его дом. Там он услышал, как люди обсуждают назначение Усамы ибн Зейда предводителем войск, направляемых в Шам. Людям тяжело было принять младшего по возрасту Усаму предводителем людей на джихаде. Тогда пророк собрал людей и сказал им: «Возможно, высказываясь о назначении Усамы предводителем, вы говорите то же самое, что говорили прежде по поводу назначения начальником войск его отца. Клянусь Аллахом, он заслуживает быть предводителем, как и его отец». После этого отяжеленного болезнью пророка вернули в его дом. Какая печаль охватила сподвижников в тот день. Это была среда месяца Раби-аль-Ауаль, 11-го года по хиджре. В тот день пророк вышел из дома, чтобы передать сподвижникам наставление. Возможно, это был последний раз, когда посланник Аллаха сидел на своем минбаре. Возможно, это было последнее наставление его сподвижникам. Люди не знали этого. Они не чувствовали этого, но печаль и беспокойство охватили сердца и вошли в дом сподвижников. Наступил четверг, восьмой день месяца Раби-аль-Ауаль. Болезнь Аллаха, да благословит его Аллаха приветствует, ежедневно усиливалась. Сподвижники все более печалились и беспокоились. Пророк, несмотря на сильные боли, проявлял терпение и совершал молитву вместе с... В четверг шел утреннюю, полуденную, послеполуденную и вечернюю молитву. После этого он вернулся и прилег на свою постель, мир ему и благословение. Чуть позже к нему пришел Биляль, чтобы попросить разрешения возвестить о начале новой молитвы, Иша. Пророк очнулся и спросил: «Совершили ли люди молитву?» «Нет, о посланник Аллаха, они ожидают тебя», — ответил ему Биляль. Тогда пророк повелел вылить для него чан воды. У него была очень высокая температура. На него вылили воду, он поднялся, чтобы направиться в мечеть. Однако посланник Аллаха, мир ему и благословение, потерял сознание. Сподвижники подождали. Придя в себя, пророк спросил, помолились ли люди. «Нет, о посланник Аллаха», — ответили ему, — «люди ждут тебя». Клянусь Аллахом, даже если бы исчезла земля, они бы все равно ждали своего любимого пророка. «Помолились ли люди?» — спросил он. «Нет, они ожидают тебя», — ответили пророку. Тогда он вновь приказал вылить на него воду. Его облили водой. Он собрался с силами, желая пойти на молитву, однако упал и в третий раз. Пророк, да будут мои мать и отец выкупом за него, понял, что не в состоянии быть предводителем людей на молитве. «Прикажите Абу Бакру быть предводителем людей на молитве», — сказал посланник Аллаха. Как тяжелы были эти слова для пророка. Ведь он был предводителем на молитве на протяжении всех лет. И как были тяжелы эти слова для сподвижников и даже для Абу Бакра. Аиша, дочь Абу Бакра, даже сказала: «О посланник Аллаха, воистину, Абу Бакр человек впечатлительный и плачет при чтении Корана». Пророк же ответил ей: «Воистину,
женщину, вы подобны увидевшим Юсуфа женщинам. Велите же Абу-Бакру проводить молитвы с людьми. Пророк настоял на том, чтобы людьми в молитве руководил никто иной, кроме Абу-Бакра. Беляль, да будет доволен им Аллах, направился к Абу-Бакру ас-Сиддику, чтобы передать ему повеление пророка. Абу-Бакру очень тяжело было слышать это веление. Сподвижники знали, что Абу-Бакр был лучшим из них. Однако каждому было тяжело принимать человека, который бы был преемником пророка. Где тот, кто вел нас на битвы? Где тот, к которому мы могли обратиться с вопросом, и он отвечал нам? Где тот, кто заповедовал совершать благое и запрещал совершать дурное? Где сильнейший и наихрабрейший из нас во времена битв? Где тот, с кем мы собирались после молитв, улыбались и рассказывали друг другу истории? Где любимый для нас человек, наш имам и наш пример для подражания? Абу-Бакр стал предводителем людей на общей молитве. Сподвижники вернулись в свои дома, почувствовали печаль и скорбь в своих сердцах. Узнав о том, что происходит с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, остановилось даже войско, посланное под предводительством Усамы. Оно не пошло в дальнейший путь. Наступил четверг. Люди были в своих домах. Затем пришла пятница. Пророк все еще не мог выходить из дома. Пришла суббота, а затем и воскресенье. После наступления полуденной молитвы в субботу или воскресенье, пророк нашел в себе силы и поднялся с постели с помощью двух людей. Сподвижники совершали полуденную молитву, зухр, Абу-Бакр был имамом. Пророк вошел в мечеть, и ряды забеспокоились. Они радовались тому, что посланник Аллаха вышел к ним, словно свет заполнил территорию мечети. Абу-Бакр почти прервал молитву. Все они радовались и думали, что пророк излечился. Посланник Аллаха сделал знак людям, чтобы они оставались на своих местах, а сам с помощью двух людей сел рядом с Абу-Бакром. Абу-Бакр молился за посланником Аллаха, все остальные сподвижники молились за Абу-Бакром. Молитва окончилась. Как обрадовались люди этой молитве? Обрадовались люди тому, что пророку стало лучше. Они возвращались домой и радовали этой вестью домочадцев. Каждый из сподвижников мог пожертвовать собой ради посланника Аллаха, лишь бы любимого пророка не коснулась беда. Однако на послеполуденную молитву пророк уже не смог выйти. Печаль вновь охватила сердца мусульман. В эти дни пророк оставил свой завет о том, что на Аравийском полуострове не соберутся две религии. Также он дал людям наставление о совершении пятикратной молитвы. Посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: «Совершайте молитву и заботьтесь о том, чем владеете». Это были последние дни жизни пророка в этом мире. Болезнь посланника Аллаха, да благословит его Аллаха, приветствует, все усиливается, а сердца жителей Медины все больше охватывает печаль. Каждый из них, если бы мог, отдал бы часть своего здоровья посланнику Аллаха, однако таково было веление великого и всемогущего Аллаха. Так он предопределил. В воскресенье 11 числа месяца Рабиуль-Ауаль пророк раздал в качестве милостыни свое имущество, освободил своих рабов и подарил мусульманам свое оружие. Он уже знал, что произойдет. Что же касается его кольчуги, то она была заложена у одного иудея. У посланника Аллаха не осталось ничего из имущества, так как он узнал, что кончина его уже близка. Прошло воскресенье. Мусульмане все еще надеялись, что болезнь покинет пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и он встанет. Прошло воскресенье, и наступил понедельник. Это был 12-й день месяца Рабиуль-Ауаль, 11-го года по хиджре. ها أنت تفترش التراب يستبد بك الألم عيناك نهر راح يجري بالرجاء وبالسقم ويداك ضارعتان للمولى كسارية العلم وجبينك المحموم غيم راح يهوي كالديم والصبر والإيمان طير طار حولك وابتسم والصبر والإيمان طير طار حولك وابتسم نم سيدي
فغدا إلى سماء الله نم. Мусульмане совершали утреннюю молитву. Имамом в молитве был Абу-Бакр ас-Сиддик, да будет доволен им Аллах. Их любимый пророк, имам, пример для подражания, лежал на постели. Он не мог выйти к ним. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, наблюдал за людьми, как они совершали молитву. Внезапно он поднялся с постели и отодвинул занавеску в своей комнаты. Посланник Аллаха стал смотреть на своих любимых сподвижников. Он смотрел на них и улыбался. «О Аллах! Какая сладкая это была улыбка! Эта улыбка словно осветила всю мечеть. Люди пришли в замешательство. Прошла дрожь по рядам. Абу-Бакр стал отходить назад. Все присутствующие в мечети решили, что пророк исцелился. Обрадовались люди. Еще бы чуть-чуть, и молитва их прекратилась бы. Однако пророк, да благословит его Аллах и приветствует, подал им знак, чтобы они закончили свою молитву до конца. А после он вернулся в свою постель. Этот день, понедельник 12 числа месяца, Рабиуль-Ауаль, останется в истории. Он не будет предан забвению. Что же случилось у мусульман? Какая беда постигла их в этот день? Зашло солнце. Наступило раннее утро. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, позвал к себе свою семью. К нему пришла Фатима, его дочь, частичка его самого. Когда она увидела его, она заплакала. «Как же сильно страдает мой отец», — сказала она. Она плакала, и тогда пророк сказал ей: «О, Фатима, после этого дня твой отец уже не будет испытывать страданий». Он посадил ее возле себя и сказал ей на ухо несколько слов, из-за которых Фатима вновь стала плакать. После он сказал ей еще несколько слов, и она засмеялась. Вначале он сказал ей, что умрет от этой болезни, и она, госпожа всех женщин на земле, заплакала. А после пророк сообщил ей, что она первая последует за ним. Этому она обрадовалась и засмеялась. Затем посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, подозвал внуков Хасана и Хусейна, которых очень любил. Он приблизил их к себе, обнял и поцеловал, и заповедал людям относиться к ним хорошо. Позже пророк позвал своих жен. Он обратился к ним увещеваниями и наставлениями. Солнце уже было высоко над горизонтом. Пророк, да благословит его Аллаха приветствует, чувствовал себя все хуже и хуже. Ему на лицо клали кусок ткани. Когда же страдания его усиливались, он поднимал его. Аиша, которую пророк очень любил, сказала: «Я положила его голову на грудь». Через какое-то время к ним вошел ее брат Абдур-Рахман. В руке он держал сивак, ветку дерева, которой чистили зубы. Пророк посмотрел на зубочистку. Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала ему: «Хочешь ли ты ею воспользоваться, у посланника Аллаха?» Он подал головой утвердительный знак. Тогда она взяла сивак из рук своего брата Абдур-Рахмана. Затем разжевала его и почистила зубы посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Был понедельник. Наступило время духа. Аиша продолжила. У него была посуда с водой. Он мочил в ней свои руки и протирал ими лицо, повторяя при этом: «Нет Бога достойного поклонения, кроме Аллаха. Воистину, смерти сопутствует агония. Воистину, смерти сопутствует агония». Я посмотрела на посланника Аллаха, а он обратил свой взор вверх. Пророк, мир ему и благословение, поднял свой палец вверх и сказал: «С теми, кого облагодетельствовал Аллах из числа пророков, правдивейших, павших за веру и праведников». И тогда Аллах забрал его душу.
يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Когда Аиша убедилась, что посланник Аллаха умер, она положила его на постель и накрыла его лицо. Да благословит его Аллах и приветствует. Да будут мои мать и отец выкупом за него. وانشر عبيرك في سماء الله من حبيبي أغمض عيونك يا حبيبي يا حبيبي واصعد كنهر من طيوبي وانشر عبيرك في سماء الله من مسك وطيبي واترك عيون الناس تهمي كالغمام على الدروب صلى عليك الله يا من كنت نورا للقلوب واترك عيون الناس تهمي كالغمام على الدروب صلى Чистая душа покинула чистое тело. Все закончилось. Пророк довел послание и оставил наставление своей общине. Да, все закончилось. Как сказано в Коране, воистину, ты смертен, и они смертны. Весть о смерти пророка начала распространяться в Медине. Эта весть застала людей врасплох. Они не хотели верить в это. Умар схватил свой меч и пригрозил им каждому, утверждающему, что посланник Аллаха мертв. «Он не умер», — говорил Умар. «Пророк направился поговорить со своим Господом. Затем он вернется и отрубит головы людям, проявившим лицемерие». Некоторые люди не верили в смерть пророка, но были и те, кто верил. Люди пребывали в замешательстве, ведь их настигла беда, подобно которой они не видели в своей жизни. Абу Бакр, услышав об этой вести, поспешил в дом своей дочери Аиши. Войдя, он обнаружил свою дочь плачущей. Тогда он поднял покрывало с лица посланника Аллаха, поцеловал его в лоб и заплакал. Абу Бакр сказал: «Ты был хорошим при жизни и при смерти. Клянусь Аллахом, ты не вкусишь смерти дважды». После этого он вышел к людям. Там он обнаружил Умара, грозившего отрубить голову каждому, кто будет говорить, что пророк умер. Абу Бакр сказал ему: «О, Умар, сядь». Однако Умар не сделал этого. Тогда Абу Бакр направился в мечеть. За ним последовали и все остальные люди. Они жаждали услышать то, что он станет говорить. Люди надеялись, что весть о смерти пророка окажется ошибкой. Абу Бакр после того, как восславил Аллаха, сказал: «О, люди! Тот, кто поклонялся Мухаммаду, пусть знает, что Мухаммад умер. И пусть знает тот, кто поклонялся Аллаху, что Аллах живой и не умрет». Потом он прочитал слова Аллаха. فإذا به يقرأ قول الله وما محمد إلا رسول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلب على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين يا
Ибн Аббас даже сказал, он читал нам этот аят, и мы словно не знали его до этого. Умар же сказал, услышав этот аят, он так поразил меня, что я упал на землю. Все люди оплакивали смерть посланника Аллаха. Общину еще не постигала беда, подобная этой. Пророк был самым любимым человеком для людей. Люди стали передавать этот аят другим, напоминая его всем. Этот аят люди читали в домах и по дороге. Печаль вошла во все мусульманские дома. Все оплакивали смерть пророка. Какая скорбь охватила мусульман. Вся Медина словно потемнела. Дочь пророка Фатима, госпожа женщин, услышав весть о смерти пророка, заплакала. О отец!» — воскликнула она. «О отец!» — ответил на призыв своего Господа. «О отец!» Его пристанище в раю Аль-Фирдаус. «О отец!» Джибриля извещаем о его смерти. Это было наивеличайшее горе. Все закончилось. للحق صار معلما ذاك الذي رب العلا. Печаль постигла верующих. Они убедились, что посланник Аллаха, да благословит его Аллаха, приветствует, действительно умер. Людей охватило всеобщее горе. Они вспоминали его жизненный путь посланника Аллаха и то, как он спас их от заблуждения и указал на прямой путь. А сейчас он покинул этот мир. Он выбрал встречу с Господом своим высочайшим. Вначале сподвижники разошлись во мнении относительно халифа, наместника посланника Аллаха. Но в итоге люди решили назначить халифом Абу-Бакра ас-Сиддика. Далее сподвижники решали вопрос погребения посланника Аллаха и какие обряды необходимо произвести. Для этого собрались видные сподвижники. На второй день было решено начать обмыть тело пророка, мир ему и благословение. Постигшая беда словно заставила сподвижников забыть обряды погребения. Они начали их только на второй день, во вторник. К посланнику Аллаха вошли наиболее близкие ему люди, его дядя Аббас, Али ибн Абу Талиб, сыновья Аббаса, Фадль и Касым, Усама ибн Зейд и другие вольноотпущенники пророка. Они вошли, чтобы обмыть тело пророка. «О Аллах! Как же им было тяжело смотреть на посланника Аллаха! Тело пророка обмыли трижды, а после его обернули в три белых савана. Закончив все приготовления, пророка, да благословит его Аллаха приветствует, оставили и позволили людям группами входить в комнату для совершения погребальной молитвы над ним. Вначале вошли наиближайшие ему люди. Входили по 10 человек, а затем входили все остальные верующие. Этот процесс занял время до утра вторника и большую часть ночи среды. Плач, печаль, тревога и скорбь. Мусульмане разошлись во мнениях по поводу места погребения пророка. Абу-Бакр сказал, «Я слышал, как пророк, да благословит его Аллаха, приветствует, сказал, каждый пророк был похоронен в том месте, где умер. Тогда подняли постель пророка и в том же месте выкопали ему могилу и нишу. Затем пречистое тело пророка было предано земле». Фатима плакала и говорила, «Как вы смогли кидать землю на посланника Аллаха? Клянемся Аллахом», — ответили ей, — «мы не узнали свои сердца». Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала, «Мы узнали о погребении пророка, когда в середине ночи на среду услышали стук лопат». Пророка оплакивали люди. Его оплакивал даже пень, который служил минбаром посланнику Аллаха. Оплакивала мечеть, вся земля и небо. Все пребывали в печали от того, что потеряли посланника Аллаха. Да, посланник Аллаха умер, но прямой путь, указанный им, остался. Остался свет его, да благословит его Аллах и приветствует. Осталось его поминание, которое поднимется к нему, если этого пожелает Аллах, до того, как настанет судный час. Пророк умер в возрасте 63 лет и 4 дней. Посланник Аллаха покинул этот мир.
Вся Медина стала словно темной. Да, он покинул мир. Однако пророк оставил свой след на земле, который будет оставаться в сердцах любящих его, пока они не встретятся с ним у Всевышнего Аллаха в судный день. Компания iMedia выражает благодарность кувейтскому спутниковому каналу «Аль-Ватан».